Next ones of this program. Лариса Сарешнева и Оля Макарова. Кира Иванова уступила место своим товарищам по сборной команде СССР, также бронзовым призерам в парном катании, ленинградцам Ларисе Селезневой и Олегу Макару. Лариса в костюме красного цвета, в черном костюме партнер. Второй год уже ленинградцы радуют любителей спорта, и их дебют на международной арене превращается в сенсацию. Так было в прошлом году на чемпионате Европы и мира с Еленой Валовой и Олегом Васильевым. И вот воспитанники заслуженного тренера Советского Союза Игоря Борисовича Москвина, Лариса Селезнева, Олег Макаров дебютировали на чемпионате Европы в Будапеште. Их поставили на четвертое место. Здесь они дали серьезнейший бой опытным спортсменам СГДР Сабине Пес и Татьяне Дирбах и сумели их опередить, завоевав бронзовые награды Олимпиады. Студенты Ленинградского института физкультуры имени Брезгинска. Их первый тренер Логинов. Зрители просят спортсменов вновь выйти на лед, хотя очень строгий регламент нынешних показательных выступлений на Олимпиаде. Учитывая высокую конкуренцию во всех видах программы Олимпиады, следует признать успешное выступление наших фигуристов, которые завоевали золотую медаль в
парном катании, серебряную медаль в танцах и 3 бронзовых награда в парном катании, в танцах и в женском одиночном. Приятно, что у нас много молодых, талантливых фигуристов. По программе сейчас должен выступать бронзовый.